Здоров, дорогие друзья, с вами Фомикс, и сегодня вышла очень крутая игрушка. Я не играл в нее на ПК, то есть это порт с ПК, Graveyard Keeper. Это симулятор средневекового кладбища. Она стоит 400 рублей. Еще купить дополнение, DLC, что ли. Но, слушайте, она на русском, слава богу. И я не играл в нее на ПК, и есть возможность поиграть в нее на телефоне. Это очень круто. Опять же, знаете, игра что-то типа Stardew Valley. Короче, начинаем. О, нифига, мы не в средневековье. Это начинается в... Ладно, ведь даже в каждой суете можно находить время. Особенно если знаешь, что тебя ждут дома. Нет! Нет! Что случилось? Где все? Успокойся, просто это новая страница твоей жизни. Впереди тебя ждет абсолютно новая глава. Но мне надо домой. Можно я пойду домой? Путь домой всегда существует. Посмотрим, твой новый дом – кладбище. Что это значит? Я умер? Это значит, что ты теперь хранитель кладбища. Но мне нужно вернуться домой, к любимой. Тебе нужно быть хорошим хранителем кладбища. Тебе следует откопать Герри. Он поможет освоиться тут. Кого? Странный сон или не сон? Хорошо, попробуй найти этого Герри. Блин, офигенно все выглядит. Господи, на телефон эта игрушка просто топовая. Я реально знал об этой игре, но, ну, мне, не знаю, что-то не давало. Ну, что-то мне мешало установить, там все не было времени, но... Вот она вышла на телефон, господи, и давайте откопаем Герри. А, понял. Святое бухлишко, бат, да это же череп. Ты есть Герри? Ты из чего это взял? Человек с красными глазом сказал мне откопать Герри. А, красный глаз, помню. Раздели меня, алкоголь, я ведь действительно Герри. Как ты меня нашел? Мужчина сказал мне, что ты ответишь на все вопросы. А, да, мужик сказал, ясно. Только скажи для начала, ты кто такой и что это за место? Сплю или в отключке? Это не может быть на самом деле. А, ты новый хранитель кладбища? Что еще я помню? О, я помню этот звук. Ну-ка, пошли посмотрим. Сюр какой-то. Бессмысленный бред. Я точно помню этот колокольчик и осла. А, только будь осторожен, этот осел какой-то неправильный, опасный тип. Знаешь, подожду-ка я тебя тут, а то вдруг я его напугаю. Че нам за осло? О, осел. Доставка, свежий труп из города. Ничего себе, говорящий осел. Это, по-моему, отсылка на Шрека. Ты меня понимаешь? Давай говорить. Кто ты? Я пролетарий. Эта тележка не моя. Я вынужден работать на капиталистическую свинью, которая ей владеет. А получаю я за это всего 5 морковок в день. Вся эта ситуация жутко унизительная. Ты же понимаешь, о чем я говорю, товарищи? Сука. Это осел коммунист. Чё? Осел коммунист? А главное, этот гад притворяется, что не понимает то, что я говорю. Эх, мне нужно возвращаться в город. Избавься от этого трупа, и я привезу тебе еще. Какое странное место. Вы получили труп. Ну, чего уставился? Давай, хватай труп, покажи. Пока он свеженький. Зачем? Думаю, тебе надо отвезти его в морг, правда, я не помню зачем. Но я уверен, это будет весело, а может быть даже прибыльно. Может, меня сейчас тошнит. Хватит быть. Так, давайте, хватит. Труп, подождите, как его брать-то? О, взяли трупак, морг. В рот мне ноги, отличное место, почти как дома. Давай клади тело на стол. Так, что дальше? Срежь немного мяса с тела. Начни с того, что посочнее. Ни за что. Это неправильно. Ах, да, неправильно. Простите, извините, как я не подумал. Можешь, потому что я говорящий череп, контуженный на всю го... Так сказать, полностью контуженный. Зато, наверное, правильно, что ты понятия не имеешь, где находишься. И то, что ты разговариваешь с черепом, это правильно? Здесь все неправильно. Так что, хватит скулить, делай, что велено. Пообещай мне, что расскажешь, как вернуться домой. Просто обменяй мясо в местной таверне на пиво.
говорящие черепа никогда не врут. И принеси это пиво мне. Первый срез. Вы откроете новую технологию, получите знания. Чертеж. Препарат стол. Чертеж, блин, мясо. Извлечь мясо. Так, окей. Так, давайте извлечем мясо. Пошла работа. Мясная фиеста, господи! Мы реально человечину взяли, из этого можем делать бургер, сэндвич и запеченное мясо? Отвратительно. Ничего, привыкнешь. И что теперь, что мне делать с трупом? Не знаю. Давай похороним его. Забирай труп, я буду ждать тебя на кладбище. Вот и мое родное кладбище. Давай похороним его. А, все, так, надо вот здесь вот сейчас строим место под могилу. И, ну, сюда, наверное. Теперь давайте копать. Все, могила готова. Отличненько. Похороненный сертификат. Что-то вспоминаю. Деньги, алкоголь. Алкоголь, видимо, я любил его очень. Тысяча чертей. Смотри, это же епископ идет. Он твой начальник. Во-во, знаю. Спроси у него про похоронный сертификат. Он должен знать что-нибудь. Пожалуй, я пойду. Жду тебя в морге. С пивом. О, как надоело. И почему я должен приходить сюда каждую неделю? А, хранитель, вот ты где. Не хотелось бы тебя расстраивать, но вынужден сообщить, что твое кладбище в непотребном виде. Пока не починишь тут все, даже не проси повысить тебя до клирика. Однако, когда качество кладбища будет как минимум 5 черепов, мы сможем поговорить о повышении. Ты выглядишь как человек высокой духовной организации. А я-то разбираюсь в людях, ха-ха. Я вообще хорош во всем, поэтому я был изым представлять его волю. Твой предшественник хранил свое барахло в этом ящике. Посмотри, что там осталось. Я вернусь через неделю. Вообще, я прихожу сюда каждую... Может быть, это не сон? Может, я съел что-то не то на завтрак? Похоже, он ждет моей реакции. Что ему ответить? А почему вы хотите сюда приходить? Это часть моего долга, неприятная часть, что-то вроде старинной традиции. Я не могу узнать абсолютно все о всех традициях и ритуалах. Я всего лишь представитель его могущества и славы. Ну и у нас есть даже выбор диалогов, самое интересное. А, дерево, да, есть дерево технологий. Надо все это потихой будет изучать. Так, давайте возьмем в ящике, что там было у предыдущего хранителя. Давайте все и возьмем. Отправимся на наше первое задание. Нам надо, по-моему, в город отправиться. Во-первых, за пивом надо сгонять, обменять мясо, еще обменять сертификат. В общем, дело не в проворот. Пешком валим до города. Блин, визуальная игрушка тоже очень красивая. О, чисто поле. С ячменью, рожью. Ой, как далеко идти-то. Может, ну, можно как-то на осле или... Все, мы дошли до деревушки. Здесь, слушайте, разный люд. Так, как бы говорить с тобой? Добро пожаловать в таверну Старая Кляча. Меня зовут Хорадрик, и я к вашим услугам. Я прямиком с кладбища, я уже полдня тут, но до сих пор ничего не понимаю. Ах, как же я сразу не понял, кто вы такой, это же просто чудесно, что вы здесь? Наконец-то дела в нашей деревушке пойдут на лад. Ну скажите, когда же вы планируете вновь открыть старую церковь? Ну, мне сперва надо привести кладбище в порядок. Ну, разумеется, за ним так давно никто не ухаживает. Так, давайте похоронный сертификат. Да, это так, согласно древнему договору, я как глава деревни обязан выкупить их. Конечно, только если у меня есть деньги. Я бы хотел продать немного свежего мяса. Я в бар продаю человечину. Мясо у нас в деревне большой деликатес, с радостью куплю. Главное только, чтобы королевская мясная печать стояла. Зашибись.
Так, не так давно у нас был инцидент с, так сказать, неподребным мясом. Вот с тех пор все мясо должно быть отмечено королевской печатью. Я тебе по-соседски о нем расскажу. Есть один способ, но есть второй способ. Наклонись-ка ближе. Есть парень, кличут Змея. Так вот, сдается мне, что есть у него фальшивая королевская мясная печать. Но я, по правде говоря, его давненько не видел. Поспрашивая у Шармель, она у нас поет каждую... Это вот что-то типа Дни недели. В общем, нам грузят всякими заданиями, типа отнеси письмо кузнецу, получи королевскую печать для мяса, здесь есть другие люди, но мне это не интересно, я всего лишь могильщик. А, вот и кузнец. Отлично. К сожалению, я местный кузнец. Меня зовут Кревдоль. Так, давайте отдадим письмо, и мы получили даже плюс 10 признательности. Они так классно озвучены, их озвучка просто божественная. О, он мне дал, давайте, сломанный меч и эликсир, и точильный камень. А, мы можем поточить меч. Или создать меч. Давайте создадим меч. Да, мы теперь можем рубить. О, слушайте, начинает темнеть, надо возвращаться домой поспать. Быстро домой, домой, домой. Пс, иди сюда. Я был в деревне, тут все такое странное, но выглядит как настоящее. И никого не смущает мое появление из ниоткуда. Святой Бухлишка, ты прям с языка у меня снял. Снять язык? Вспомнил. В подвале твоего дома был склад. Возможно, там осталось что-то съестное. Толстый с лучком. Ох, как они хороши. С пивом точно, пивом. О, мне нужно пиво. Это сейчас смотрится так, если бы я тебя использовал, да? Хорошо, принеси мне пиво, и я взамен расскажу тебе кучу всего. Например, как попасть домой. Вопросы? Как мне попасть домой? Это вопрос был риторическим. Я что, похож на волшебную голову с ответами? Ну, вообще-то да. Алкоголь мне в голову. А ты умный? Жду тебя на привычном месте. Нет пива, нет ответов. У меня в подвале что-то есть. Что это за звук? Опа. Чёртовы ворота. Буду сюда каждую ночь приходить, но взломаю решетку. Похоже, я мог бы разобрать этот завал и укрепить свод. В общем, здесь много каких-то мини-квестов. Ну-ка, давайте посмотрим, что здесь. О, пшеничка. Давайте поспим. И у нас первая ночь. Ой, как плохо, совсем плохо. Кем ты себя возомнил? Я одного смотрели кладбище. Ура, смотритель! Как же мы долго тебя ждали. Я Йорик. Я так одинок, бедный, бедный, я, как все плохо. Здесь реально отсылки на разные вещи. Погоди-ка, я же очень рад тебя видеть. У нас на кладбище есть один неприятный постоялец. Мы бы хотели от него избавиться. Можешь нам помочь? Я вообще не знаю, зачем я здесь. Герри научил меня только закапывать трупы. Ты Йорик, а череп он. Забавно. А, это полудохлая костяшка, да он нам завидует. Он-то может только мечтать о вечном покое. Кого я обманываю? Тут ужасно. Особенно тот парень в нижней правой могиле. Такой зануда. Избавься от него, пожалуйста. Просто выкупай его и выкинь в реку. Я могу тебе отдать это разрушение на... Это разрешение на эксгумацию. Украл, когда я еще жив был. Какое еще разрешение? Ну, чтобы тела выкапывать, для этого нужно разрешение. Прежний смотритель покупал их через почтовый ящик около церкви. Короче, нам надо выкопать одного зануду. Я только не понял, какого. А-а-а! Он задание нам дал убить слизни за кузницей. Все, окей. Я пропустил это первый раз. Все, убил нафиг. Отличная работа. Вот, возьми этот точильный камень. С его помощью ты можешь починить любой инструмент. Ну все, супер. Теперь давайте отдадим пиво тому черепу. Тут есть карта небольшая, но это нам весь мир недоступен. Доступна только вот пока еще деревушка, только и сам город.
Я бы хотел эту игрушку продолжить играть. Может быть, я даже в нее поиграю. Вот это одна из немногих игр, которые я на телефоне бы с удовольствием бы поиграл. Так, все, все, все. У нас череп, по-моему, в морге находится. В своем старом месте. И где моя выпивка? Пиво. Будь оно неладно, сплошное расстройство, нужно что-то покрепче. Ты вроде неплохой парень, так что вот тебе мой совет. Прекращай наворачивать круги по округе, рассказывая всем, что ты из другого мира. Возможно, если бы кто-нибудь дал мне такой дельный совет в свое время, я бы не лишился своего тела. Так что, если не хочешь закончить на костре инквизиции, завязывай. И тут такой думаешь, нихера себе. Правда, надо быть поосторожнее. Ну что ты хотел спросить? У меня есть вопросы. Как мне попасть домой? Легко. Я уверен, тебе поможет портал на Ведьминой горе. И все? Я просто должен войти в него? Или мне нужно сначала его активировать? Тут очевидно одно. У меня нет мозга, так что я не совсем уверен, откуда у меня эти знания. Я рассказал тебе все, что я вспомнил. Может быть, книги и библиотеки помогут тебе. В подвале церкви находится библиотека. А может, молодой звездочет что-то знает, он смышленый парнишка. Короче, у нас новое задание, принеси бутылку вина. Не лень это, ребят, пока читать, я, на записи один бы прочитал. Так, давайте напоследок опять мясо, заберем мясо. Кстати, пока тело в морге, его, ну, если не ошибаюсь, можно не хоронить. Или нет? Ночью. Похороним его ночью. Да я его, наверное, вот здесь где-нибудь брошу. Ну что ж, ребят, на этом я закончу. Игрушка обалденная, и я, наверное, еще в нее поиграю. Не знаю, буду ли я записывать видосы, может быть, стрим проведу. Мне, ну, она очень симпатична. А если вам понравилось, ссылка на игру будет в описании. Если вам понравился видос, то ставьте лайки, подписывайтесь на канал. А с вами был Фомикс, на этом все. Всем спасибо, всем удачи, всем пока.